Всем привет! Это канал День Тигра. Сегодня мы решили сделать необычный ужин для наших котов. Кто-нибудь видел когда-нибудь роллы для тигров? Они также из трех видов мяса. Это говядина, конина и курица. Мы накрыли специальный стол. Пойдемте вместе. Так, здесь будут сидеть я. Это место для Росяна. Или для Хонды, как получится. Вот третья тарелочка. Будем вместе ужинать. Ну, посмотрим. Ну, приступим. Ройса, вон, да. Вон там, 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 там. Вон там, смотри, еда. Сяд, сяд, сяд. Суши, вот они. И вот они. Это невкусно. Ты не будешь такая. Нет. Вот это ерунда. Там конина с говядиной. Сян, вон, бери. Ой-ой-ой. Пойдешь. Что такое? Вон еще кусочек у тебя есть. Это невкусно. Такой не будет. Давай, только не роняй меня. Кот. Сяна. Сяна. Ой, ой, ой. Это кусочек твой? Молодец. Молодец. Нет, ты не будешь. Ну, короче, посмотри. Анюш, ты перекусила? Сян, ты как всегда пошел доедать за всеми, да? Ты молодец. Молодец. Молодец, пузо. Ройс, будешь? Я знаю, не будешь. Сян, на. Ну вот, я не знаю, ты как ты так раскидал все. Ну, это моя рука. Вот. Все, это ты не ешь. Не ешь. Молоко ты уронил. Определенное. Салат теперь тут есть. Сян, на салат будешь? Салат, смотри. Ну. Салат, зеленый салат. На. Все вкусно. На. Мое, мое. Плюш. На еще. На. Острый. Панда. Будешь ты или нет? Вот эти вкуснее же, Ройс. Смотри. Вот эти вкуснее, да? Вот эти вкуснее. Мама собирала. Мама-то знает, какие вкусные. Ты моя молодечная.